В Каспийской кадетской морской школе-интернате состоялся муниципальный этап военно-патриотической игры «Победа», которая посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основной целью соревнования является совершенствование системы патриотического воспитания детей и молодежи, обеспечивающей формирование у них прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества и активной гражданской позиции. Участниками игры стали учащиеся лицея номер 8, гимназия 7, а также школ 1, 2, 3, 4, 9 и 14. В рамках состязания ребята проходили различные конкурсы. Ратные страницы истории Отечества, где команды выполняли интеллектуальные задания и отвечали на вопросы, связанные с историческими событиями по разным тематикам. Строевая подготовка, статин в строю, силен в бою. Стрельба из пневматической винтовки, снаряжение магазина патронами, а также неполная разборка и сборка автомата Калашникова. По итогам муниципального этапа военно патриотической игры «Победа» лучшей стала команда гимназии номер 7. Второе почетное место завоевали ученики первой школы, а бронзу получили ребята из школы номер 4.